я... Подойдите поближе, пожалуйста, полукругом. Я сейчас расскажу теорию, затем перейдем к практике. Я рад, что мы уже начинаем давать интересные материалы, которые наработки именно преподавателей. Я хотел бы рассказать, что такое ключ эффективности с своей точки зрения. И вот Википедия пишет, ключ информации, служащая для разгадки, решения, понимания чего-нибудь, овладения чем-нибудь. Тайна, шифр, местности. То есть понятно, что это какая-то тайна, которая может быть общепринятая, а может быть и скрытая. Я хотел бы сегодня вам дать общепринятые тайны, которые вы все знаете, и у каждого из мастера есть вот такие вот связки ключей, да, от дома, от гаража, там, или от машины, всегда имеет с собой, и он ими пользуется. И если вы не можете пользоваться ключами своими, тогда вы, может быть, просто нашли их или просто носите, не знаю для чего. Поэтому сегодня я расскажу вам о двух ключах, которые важны в своем искусстве. И эти ключи мы видим не только при демонстрации каких-то школ и методов, но и при борьбе с оружием, к примеру, видим это в животном мире. Первый из ключей – это захват. Поэтому очень много сейчас техник будет с захватами. И второй из ключей тоже никто не называет, я так придумал, это отхват. От захвата. Поэтому и у нас всегда есть два ключа, там, от верхнего замка, у меня от одной двери и другой, чтобы зайти, попасть в дом. Поэтому, имея эти ключи, вы можете легко моделировать свою школу или направление. Не имея этих ключей, вы можете найти много приемов, которые не будут для вас полезны и полезны окружающим. Даже в животном мире мы видим, что у животных есть когти для того, чтобы захватить, или рога для того, чтобы что, отбросить в сторону противника. Также, если мы берем оружие, мы видим копья и мечи, чтобы ударить или пронзить. И есть специальные приемы, это лассо, плети, цепи, чтобы прихватить, или наручники, чтобы сковать. Также в их искусствах мы должны знать два принципа – захват и отхват. Эти вот два ключа мы сегодня разберем. Да. В технике захвата надо захватить, притянуть к себе и затем найти слабое место для того, чтобы сделать эффект. Правильно? Слабое место найти. Не просто схватить и держать, а найти слабое место. Еще разок, посмотрите. Вот. Взяли захват, прижали, и теперь ищите слабое место. Где здесь, здесь, здесь. Можно делать какие-то технические элементы. Бедро вставлять. Ставить бедро, правильно? Ногу, подсечку. Это все идут уже дополнения. Но первое, схватить и найти слабое место, чтобы... Или направить человека на землю. Эффективно. Видите, он не захватил и не стал искать его слабину. Понимаете? Он надеется только на внешнюю форму, что надо сделать так. Попробуй ты. Сначала притяни к себе, а теперь найди его слабое место. Хотя бы так. В сторону. Если вы сразу слабое место нашли, неплохо. Но если вы его остановили и нашли слабое место, это и есть что? Идея ударной техники. Не бить по животу или там по ногам, где, или в этот самый, в защиту, а найти слабое место. Захват, отхват и найти слабое место. В каждой книге нарисованы точки, которые называются атеми, да? Точки, которые в каждой книжечке про боевое искусство. Зачем они? Чтобы вы туда сделали такое-то что? Движение. И все школы построены ударной техникой именно на этом. Найти слабое место. Стоп! Видите, очень долго времени. Если мы видим, как это делает... Все, благодарю. Если мы видим, как это делает, к примеру, носорог,
Да, он сразу протыкает своего противника. Или работа оружием, да, сразу же необходимо. Да. Если на вас идет человек, охватили и сразу же проткнули его. Без паузы. Если он на вас бьет, сразу же, без паузы. Потому что если вы сделаете паузу здесь, вы получите следующий там удар или захват. Между вашим отхватом и атакой не должно быть паузы. Или сразу попадаете в удар. Да. Сразу попадаете в уязвимое место. Очень много техник есть в ката, окинавских, японских, корейских, где вы делаете красивые движения. Да? Но мы смотрим на технику заключительной формы. А нам нужно найти технику формы между этими движениями. Шуто. А затем можно совместить. Смотрите еще. Раз, два, три. Тоже очень часто. Раз, два, очень часто. Рукой, пожалуйста. Потом можно совмещать бросковые техники, болевые. Попробуйте еще разок. Вас атакуют, вы делаете отхват. Без пауз. Сегодня 5 часов утра встал, я всем рассказываю. И, короче, мысль пошла. Это очень важно, да. И еще в ключах есть такой брелочек. Я тоже, видите, у меня здесь брелочек. Брелочек — это реклама. Это наша школа, наш учитель, который дал нам эти ключики. И мы поэтому рекламируем там. Водорю, Окинава Т, дзюдо. Это реклама наших учителей. Но если ключей нет, вы можете знать тысячи приемов, а ключи не подходят. Поэтому у животных нет школ, у животных они не пользуются. И захватами за счет своих когтей, зубов, и за счет и вот ударной техникой. И у нас должно быть вот именно вот эти два основных ключа, где мы объединяемся вместе. А затем идут школы наши, учителя, их надо чествовать. Не каких-то спортсменов, которые рекламируют по телевидению, а тех, кто внесли вклад в наше образование лично. Потому что учитель и отец, папа – это очень близко. Учитель берет на себя. Поэтому многие из учителей, окажемся в ученике, переживают сердечно. Как мы все, правильно? Поэтому затем реклама вот школы мастера Казе, я вам покажу. У нас еще минутка времени. Да. То же самое, когда рука становится как меч, как палка. Разок. И еще один секрет, как отрабатывать эту технику отхвата.
То есть для тех, кто занимается какими-то, ну, на базе ученика, он тренирует только на тренировке. Те, кто преподаватель, у них нет времени ходить кому-то на тренировку, потому мы собираемся раз в 3 месяца здесь позаниматься, пообщаться, передать информацию. Поэтому мы должны тренировать ее в повседневной жизни. Техника отхвата строится на хожде, руку поставь, руку, на том, что я должен наступить на противника и от него отразиться. Надо ходить на руках, но мы ходим на ногах. Поэтому эту технику наступил и отразился мы используем при хождении. Понимаете? Наступил и отразился. То же самое. Наступил и отразился только руками. И мы можем думать об этом технике и практиковать 5000 раз в день. Это мой секрет для вас. Благодарю вас.